Депутатами фракции «Единая Россия» в Думе Ставропольского края разработан законопроект о изменениях сроков начала выплат для наших пенсионеров, а именно об привязке его не к началу пенсионного возраста, а к 55 и 60 годам, соответственно, у женщин и у мужчин, как действовал ранее наш законопроект. Мы не будем привязываться к изменению пенсионного возраста, а сохраним льготы и выплаты в ранее действующих временных рамках. Я уверен, что 27 сентября пройдет заседание нашей Думы Ставропольского края, закон будет принят, и мы вселим уверенность в наших с вами пенсионеров в том, что самое главное, в той цели, которая является изменение в пенсионное законодательство, а именно устойчивый рост пенсии для наших с вами пенсионеров.